Первый завод уже строится. Мы контролируем процесс производства на Атомэнергомаше. Мы разработали дизайн этого котла, мы контролируем качество. Мы полностью вовлечены в процесс производства. Согласно нашему контракту, мы проводим тренинги для людей, работающих на заводе, потому что очень важно научиться управлять заводом согласно нормам. Мы не оставляем завод после окончания строительства. Мы будем участвовать в его управлении. Мониторинг выбросов и измерения проводятся в режиме онлайн. Это очень эффективный способ, который позволяет контролировать систему. Если, например, случится поломка фильтра или сломается рукавный фильтр, завод отключится. Вы не сможете управлять заводом, если в системе будет поломка. Более того, человек не может вмешаться в систему и изменить какие-то настройки. Так что система абсолютно безопасна. Завод не будет функционировать, если будет какое-то нарушение. Сначала нужно будет устранить проблему, и только потом можно продолжать работу. За нашу историю мы построили 500 подобных объектов по всему миру. И я не могу припомнить ни одного случая, когда у нас действительно были проблемы с выбросами в атмосферу. Это очень безопасная технология, и это много раз доказано. Так что никаких проблем не будет.